Всем привет, друзья мои! Сегодня мы с вами приготовим обалденнейшую холодную закуску. Это у нас будет семга в сливочном сыре Филадельфия с огурчиком и жареным кунжутом. И всю эту красоту мы завернем в лаваш и красиво нарежем и подадим к столу. Прям роллы, только наоборот. Для приготовления закуски нам понадобится лаваш, огурчики, сливочный сыр Филадельфия, укроп, периодически обжаренный кунжут и ваше хорошее настроение. Рыбку отправляем на 20 минут в морозилку. Это нужно для того, чтобы она в дальнейшем хорошо нарезалась. Укропчик нам нужно мелко-мелко нашинковать. Так мелко нашинковать, как это только может у вас получиться. Огурчик, друзья, нам нужно очистить от шкурки и нарезать вот на такие вот пластинки. Ну а пластинки, друзья, в свою очередь мы нарезаем вот на такую вот меленькую соломочку. Ну а теперь рыбка. Я набрал чашку воды и буду смачивать нож. Этот прием использует сушистый при нарезке рыбы. Рыба тогда не прилипает к ножу и красиво нарезается. Рыбу, друзья, нарезаем вот на такие вот ломтики, толщиной где-то 3 мм. Теперь, друзья, приготовим обмазку. Открываем Филадельфию, добавляем туда укроп и перемешиваем до однородной массы. Кстати, можно использовать любой сливочный сыр, который вы сможете найти у себя в магазине. Берем лаваш и начинаем творить. Размазываем сыр по всему объему лаваша, выкладываем слой рыбы, теперь огурчик, нарезанный соломкой, и так далее. Получаем 3 слоя рыбы и 2 слоя огурца. Посыпаем все натертым кунжутом и сворачиваем лаваш, плотненько прижимая его. Заворачиваем все в пищевую пленочку и отправляем на 1 час в холодильник на пропитку. Второй лавашик я решил сделать с твердым сыром. Думаю, будет очень вкусно. Друзья мои, наш лаваш настоялся и пропитался. Давайте нарежем его и подадим к столу. Смотрите, друзья, какая красота! Уверяю вас, эта закуска поразит своим вкусом всех ваших близких. Ну а вы, в свою очередь, должны поблагодарить своего автора своим лайком и, конечно же, подписочкой. Будем готовить вкусняшки вместе и удивлять своих друзей. Я всем желаю приятного аппетита. Всем пока, друзья. До новых встреч!